Всем привет, с вами я, Алекс Литвинов, и сегодня я вам покажу один интересный хак. С помощью него вы сможете ускорить свой iPhone. Для этого я буду использовать два абсолютно одинаковых iPhone 6s, чтобы показать разницу в скорости. Поехали! Этот хак я уже применил к черному iPhone, но еще не применил к белому. Итак, давайте посмотрим, кто же будет быстрее. Открываем их одновременно. Как вы увидели, черный iPhone загрузился гораздо быстрее. Вся фишка в том, что у него отменены анимации. Вы можете это увидеть, зайдя в любое приложение. Допустим, я зайду в настройки и смотрите, какой зайдет быстрее. Увидели? Черный. Также, когда мы выходим, черный гораздо быстрее. Зайдем в камеру. Черный быстрее. Выходим. И опять черный быстрее. Я думаю, этот лайфхак вам будет полезен, если вы любите лазить из программы в программу или браузить в интернете и выходить и заходить очень часто. Это очень удобно. Итак, сейчас я вам покажу, как этого достичь. Для этого нам надо будет зайти в наши настройки, зайти в основные и зайти в универсальный доступ. Тут вам надо будет зайти в Assistive Touch и включить его. У вас появится такой квадратик, но он у вас появится примерно вот здесь. И после того, как он появится, вам надо будет его перетащить в правый нижний угол. После того, как вы это сделали, вам надо будет слайдануть вниз, вот так. И когда этот квадратик перебежит наверх, вам надо будет слайдануть вверх. Когда он перебежит вниз, вам надо будет опять это слайдануть его вниз, вот так вот, и вверх. Такие движения вам надо будет проделать примерно раз 20, чтобы добиться нужного нам результата. Как вы видите, этот квадратик уже бегает туда-сюда очень быстро. Я думаю, что наш хак сработал. Давайте проверим, зайдя в настройки. Видите? Нету никаких анимаций. Все быстро и без анимаций. Давайте сравним с черным айфоном. Зайдем в настройки. Примерно одинаково. Давайте выйдем отсюда. Одинаково. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилось это видео. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пишите их в комментариях. До встречи на нашем канале.